Всем привет, с вами это я, Айдар, и сегодня я расскажу про все аномальные вещества в закулисье. Первое, миндальная вода, она восстанавливает вам все повреждения. Все повреждения. И эти все повреждения вам восстанавливают моментально. Да, а еще тут какая-то черная штука бежит, поэтому я делаю... Она восстанавливает все повреждения. Но есть у нее еще один дружочек, который очень плохой. Псевдоминдальная вода. Она восстанавливает полностью сущности и уничтожает полностью людей. Если... Ну так вот. Эта псевдоминдальная вода может вас легко уничтожить. Вот и все. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Вот, нормально. И, короче, если вы выпили жидкую боль, она может вас легко уничтожить, то вы запейте ее миндальной водой. Это снизит шансы. Вот, кстати, это миндальная вода. Будет шанс 50 на 50. Уничтожитесь 50%, вылечитесь 50%. Но есть еще одна очень крутая штука под названием жидкая тишина. Эта жидкая тишина вам неплохо поможет в игре. То есть, если эту жидкую тишину разбавить, она будет в порошке в виде. Она в 93-м уровне или где-то в 90-х уровнях, она добывается просто. А у одного сущности, вроде бы кричащая эта сущность, у этой сущности можно 50 литров выделить у одной, только у одной, 50 литров. У этой одной сущности она существливая, поэтому эта сущность существует. Короче, жидкую тишину боятся сущности. Жидкую тишину можно разбавить миндальной водой, и это все будет отлично. Можно сделать лом бесшумным, то есть налить на лом жидкую тишину, и все, лом станет абсолютно бесшумным. И если это будет абсолютно бесшумно, то это будет абсолютно реально бесшумно. Но, если вы увидите конфеты, есть много конфет, но я скажу о двух типах. Это первая конфета очень полезная, она в виде пули. И эта конфета в виде пули легко можно сожрать и легко можно трансформировать свою руку с помощью ей в огнестрельное оружие, вот, лучше так сказать. Огнестрельное оружие. И все, это огнестрельное оружие превращается в... Ну, если стрелять, то она будет стрелять шоколадными пульками, да. Есть еще одна конфета, она в виде бочки радиоактивного вещества. Эта бочка очень опасна, лучше ее не съедать, но если вы очень рискованно и любите запивать ее миндальной водой, то сожрите ее, если вы любите, конечно, ее запивать миндальной водой, вот, да. Если вы ее сожжете, то будет летальный исход. Ну, то есть не сразу же, не моментально же. Если вы же ее съели, то запейте просто миндальной водой, и все восстановится. Да. Она сейчас опять будет танцевать. Не танцуй! Так, сейчас я с ней разберусь. Ну вот, посмотрите. Сейчас она будет танцевать радостно. Ну, короче, вот она сейчас пьет миндальную воду, как я. Нём. Вкусная миндальная вода. И, кстати, миндальная вода не сделана из миндали. А у нее просто такой вкус, как будто миндаль, а так она восстанавливает неплохо. Ну, это о всем, что я хотела сказать. А что, а все, а... Короче, это
А все, что я хотел рассказать. Это все, что я хотел рассказать. Вот так нормально не будет. Это все, что я хотел рассказать. И все, да, все. Всем удачи, всем пока. С вами был Айдар. И не попадайте на уровне восклицательный знак или отель Черч.